Школы в микрорайоне Солнечный и деревни Медвежьи озера – два наиболее приоритетных соцобъекта, как для жителей, так и для руководства Щелковского района. Выездное совещание по ходу строительства учреждения образования провел глава района Алексей Валов. В Солнечном сейчас выполняются каркасно-монолитные работы, также решаются вопросы подведения коммуникаций. Наружные сети электроснабжения все с плавлением прорешали. Начинается реконструкция, скорее всего, через две недели начнется. Надо поменять два трансформатора. Стоят 2 по 400, будет 2 по 1000 стоять. Наружные сети ливневой канализации тоже мы обсудили. Точка меняется вместо 500-й трубы, то есть она меняется на 800-ю трубу, но протяженность плюс еще 200 метров. Школа в Солнечном будет рассчитана на обучение порядка 1100 детей. На стройплощадке сейчас работают около 90 человек. Монтируется второй кран. Глава района поставил задачи ускорить темп строительства. Мы видим, что все работы организованы на достаточно высоком уровне, выполняются в графике. Единственное, просим застройщиков, чтобы они ускорили график работ, чтобы в зиму уйти в закрытый контур. Замонолитить и уйти в закрытый контур для отделочных работ. Это вполне им по силам. Кирпичную кладку на уровне второго этажа завершают на стройплощадке в Медвежьих озерах. Здесь должен появиться новый корпус школы, рассчитанный на 275 ребят. Мы хотели бы, чтобы все-таки в этом году ее сдать в эксплуатацию. Даже не будем рассматривать вариант гарантийных писем. Поэтому работают хорошим темпом, но все равно будем ускорять. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».